Меня зовут Денис. Я достаточно разносторонний человек, чем я только не занимался. Да-да, вот от неудачных кадров это я. Занимался и фотографией, и музыкой, и фото-видеомонтажом, но по-настоящему я нашел себя в спорте, а точнее в ММА. Часто увлекался медициной, в основном стоматологией, потому что в свободное время я очень любил выбивать плохим мальчикам зубы.